скажу, пока она настраивается. Дело в том, что вот именно с ней у нас как бы все и началось. Вот все наши квартирники, да, я уже рассказывала на предыдущих, что тут у нас мы отмечали день рождения Ольги Брайт, есть у нас такая общая знакомая. Журналист, ну, как бы мы сейчас не о ней, сидели в уголочке и что-то тут заговорили, что вот кто-то там на гитаре, туда все там. Вот Женька метнула за свои гитары, мы попробовали, но у нее четвертая струна там что-то там капризничала. Я подумала, поехала за свои гитары, съездила, и мы тут так бахнули вообще, ну, с такой прям, с таким удовольствием, что такие, блин, а что-то вот мало нам, надо что-то это дело продолжить. А еще перед этим я, скажем так, ходила за нашими музыкантами иркутскими. Ребята, там, взрывная стоячка, ребята, ну что, ну там, Байкал Лайф там всего один раз в году, да, что, хочется-то что-то еще, тут, если у вас где-то идут квартирники, возьмите меня с собой, то я с вами. И что-то тишина такая, тишина. И никто не зовет, а квартирников, видимо, так и нет. И тут как раз вот мы так поехали, такие, блин, надо сделать свои квартирники еще. Короче, мы сделали. Мы же сделали. Может быть, ты директор какой-то суперсети?
Сроки
Поверь мне, нет за себя обиды, а за всех, кому мы сделали боль.